Если говорить об основных мотивах послания, то мне кажется, что их два. Первое. Послание представляет собой развернутый план вывода экономики и социальной сферы нашей страны из кризиса, связанного с пандемией. Это фактически постпандемийное послание. Да, президент предупреждал о том, что угроза не отступила, но мы планируем о том, как мы будем развиваться, как мы будем развивать нашу экономику, рынок труда, социальную сферу в условиях, когда пандемия будет окончательно преодолена. И это послание целиком направлено на реализацию тех положений, которые были закреплены в Конституции нашей страны по итогам общероссийского голосования в прошлом году. Для нас, как для партии «Единая Россия», очень важно, что, готовя послание, президент выслушал различные общественные силы, институты, не только правительства, но и экспертов, и в том числе предложения, которые озвучивала наша партия. Ряд этих предложений получил поддержку президента. Это и предложения, связанные с поддержкой семей, в том числе неполных семей. Это озвученное нами предложение о том, что, например, чтобы молодые родители получали оплату больничного листа по уходу за ребенком 100%, независимо от стажа. Это предложение об обновлении парка скорой помощи. Предложение о создании и развитии мобильных медицинских комплексов. Хочу сказать, что на эти цели запланировано 5,5 миллиардов рублей. Это продолжение программы строительства школы, продолжение программы «Малая Родина». 24 миллиарда рублей президент предложил направить на строительство и реконструкцию сельских клубов, библиотек, музеев, расположенных в сельской местности и в малых городах. Чрезвычайно важно и то, что президент обратил особое внимание на проблемы, с которыми столкнулись сегодня регионы. Очень прорывное предложение по преодолению долговой зависимости регионов. Вы знаете, что президент предложил о том, что те регионы, которые имеют долг, превышающий 25% их собственных доходов, эти долги будут реструктурированы, преобразованы из коммерческих в государственные. Что это означает? Например, для небольшого региона Удмуртской республики, который я представляю в Государственной Думе. Это даст возможность сэкономить уже в этом году 620 миллионов рублей, а в двух последующих годах более 1,2 миллиарда рублей. Те деньги, которые пошли бы коммерческим банкам, сейчас республика может направить на решение социальных проблем, на строительство новых объектов, развитие своей инфраструктуры. Очень важную идею высказал президент о инфраструктурных кредитах, которые получат субъекты федерации по очень льготным ставкам, которые позволят создавать новые дороги, новые рабочие места, открывать новые производства, одним словом, запускать экономику в нашей стране. Для партии «Единая Россия» прозвучавшие в послании президента основные смыслы, основные идеи носят программный характер, и при разработке предвыборной программы партии в ее основу ляжут те идеи, которые были изложены президентом в сегодняшнем послании.